Краевые депутаты предложили передать Красноярский ипподром в краевую собственность. Сегодня народные избранники пообщались с владельцами конного стадиона, представителями компании «Росипподромы» по видеосвязи. Москвичи говорят, что правовых инструментов для передачи объекта безвозмездно нет. Напомню, что московская компания выставила наш ипподром на продажу за 600 миллионов рублей. Горожане собрали 3000 подписей в защиту стадиона, но с торгов его так и не сняли. Причина продажи, как пояснили москвичи, ипподром стал непрофильным. Он не соответствует современным критериям и требованиям. К консенсусу стороны сегодня так и не пришли. Как альтернативу предлагают ипподром в Емельяновском районе. Однако добираться туда получится не у всех, а ближайшая остановка располагается в 3 километрах. Рассказы про то, что в 40 километрах от Красноярска и в 5 километрах от поселка городского типа Емельяново есть еще один ипподром, но это как минимум нас здесь держать за наивных дурачков. Я предлагаю руководству Росипподромов рассмотреть наше предложение и, скажем так, подумать о том, как данную площадку можно развивать в интересах, прежде всего, развития коневодства в Российской Федерации.